Вот хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали, говоря о новых варварах. Как вы считаете, нынешние правящие элиты, мы говорим не про предпринимателей, олигархов, бизнесменов, про людей, которые находятся у власти, в Кремле, чиновники, они по своему образовательному цензу, если мы сравниваем с советской элитой, вот перечисленные вами там эпохи, это люди более образованные, менее образованные или образованные по-другому? Вы знаете, я думаю, что если речь идет об относительно молодых людях, то они все-таки получили образование, имели возможность получить неплохое образование. Но это разница, понимаете, я ведь сталкиваюсь с ними на профессиональной почве, если сталкиваюсь. Вот. К сожалению, знания в области культуры в целом и моей отрасли в области пластических искусств, они явно недостаточны. Я общалась с людьми вот этого класса, как говорится, в некоторых странах. Так. Вот. И я просто знаю, насколько в целом их уровень, как мне кажется, выше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».